Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр продолжает свою работу. Мы на выставке Retail Week. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день. Я представляю компанию Verbex. Компания занимается речевыми технологиями. Я основатель компании. И занимаемся развитием этого бизнеса уже несколько лет, с 2018 года. Очень хочется узнать поподробнее. Речевые технологии. Звучит да. Очень космически. Но я так понимаю, здесь скрыта какая-то... Очень большая польза для рынка. Расскажите, пожалуйста. Безусловно. Мы надеемся, что здесь действительно скрыта очень большая польза для рынка, для развития бизнеса и в конечном итоге для потребителей, для клиентов. Для клиентов, которые приходят в магазины, приходят в офисы обслуживания, приходят в государственные учреждения. Да, и в общем и целом, как мы считаем и надеемся, что речевые технологии помогут сделать наших граждан, потребителей, клиентов, просто граждан счастливее. Вы пришли сюда не с пустыми руками. Я вижу, что у вас есть некий прибор. Давайте немножко о нем поговорим. Да, прибор. Он даже работает, включен. Да, и он, соответственно, параллельно с вашим оборудованием в данном случае будет записывать мою речь. По такому же сценарию, в принципе, можно использовать данный бейдж-диктофон для сотрудников розницы, для клиентских менеджеров, да, которые работают в зоне 24, предположим, в банковском офисе, и таким образом получить запись речи сотрудника. В дальнейшем эта речь автоматически передается на платформу речевой аналитики, превращается в текст, а дальше по тексту осуществляется уже более глубокая аналитика, более глубокое, значит, исследование этой речи на предмет наличия слов-триггеров, слов-маркеров, для того, чтобы можно было оперативно принять управленческие решения для эффективности бизнеса. И вторая сторона деятельности работы сервиса в том, что сотрудник, слыша, зная и понимая, что он говорит, он может это текстом услышать и может увидеть и прослушать, может, свои диалоги. И сделать, что называется, самообучение на собственных диалогах, да, и со следующего, что называется, контакта с клиентом стать лучше. Вот. Это программно-аппаратная часть, да. Собственно говоря, программная часть, которая задействована в нашем решении, это платформа речевой аналитики, которая одинаково хорошо работает как с бейджами, получая записи с бейджей, так и работает с записями, которые получает платформа с телефонных переговоров. То есть из колл-центров внешних, аутсорсинговых, внутренних колл-центров записи льются на платформу речевой аналитики, формируются аналитические дашборды, и это помогает принимать управленческие решения для бизнеса, знать, что говорит клиент о нашем бизнесе, да, о том или ином магазине, о том или ином производстве, о том или ином учреждении. Знать и понимать, почему уходят конкурентам, предположим, да, знать и понимать, как изменить тот или иной продукт, для того, чтобы он был более востребован для наших, для клиентов. Да? И расскажите, пожалуйста, работа с текстом уже проходит постфактум, после того, как бейдж целый день работал, и идет расшифровка, либо этот бейдж может как-то в онлайне отдавать записанный материал на транскрибирование? Здесь возможны разные сценарии, можно использовать разные бейджи с разным функционалом. В данном случае мы представляем бейдж, который самостоятельно не выходит в эфир, он не имеет, значит, лишних потребителей энергии, да, для того, чтобы он проработал максимально долго. Вот 20 часов он должен проработать в режиме записи. Это обеспечивает потребность бизнеса в том, чтобы была записана рабочая смена продолжительностью от 8 до 12 часов гарантированно. Вот. И, собственно говоря, после того, как бейдж возвращается на док-станцию, вся запись автоматически передается на платформу речевой аналитики, и дальше уже происходит, собственно говоря, следующее действие с этими аудиофайлами. А в случае, вот, кстати говоря, с телефонными записями, если на стороне клиента мы можем совместно настроить выгрузки этих записей как можно чаще, после того, как трубку положили, запись сформировалась, и она может быть уже передана на аналитику, то в данном случае аналитика строится практически мгновенно, да, и уже супервайзеры и бизнес видят и понимают, о чем состоялся там разговор. То есть, по сути, конфликтную ситуацию можно
распознать и среагировать на нее в течение нескольких минут. Звучит фантастически. Я надеюсь, что и наше интервью тоже поможет клиентам оценить по достоинству вашу продукцию, а в случае меня как простого пользователя магазинов, ритейла и так далее, даст мне хорошее обслуживание и хороший экспириенс от похода в магазин. Все правильно. Качественные продукты, надежные устройства, да, долговечные и, в общем, удовлетворенность от жизни. Спасибо вам большое за такое общение. Спасибо вам. Успехов.